Прекрасного доброго дня. Продолжение про летний душ, потому что просто по летним душам, по нашим кабинкам, огонь оврал, если честно. Не успеваем произвести. Смотрите, собирается на инструкции как таковой, на него нету. Потому что они практически все с монтажом по регионам. Сейчас вот только взрыв будем делать инструкцию, но я сделаю видеоинструкцию. Собирается очень просто. Сам каркас собирается с помощью вот таких прогонов, как и теплицы. Вот эти отверстия просверлены, если стандартно брать 2,6. Если у вас метр на метр, то прогон здесь не по центру ставится, а разбивается на три части. То есть ложится два прогона. Ну, под них нету отверстия. То есть вы по месту разбиваете, и саморез со сверлом идет сверлиться. Каркас сам собрать ничего сложного нет. То есть прогоны, саморезы. И прикручиваете его к фундаменту из бруса, из бетона. Если из бетона, то анкера вам надо купить. Если из бруса, то они в комплекте идут, саморезы. Дверь также просто собирается. Ручка, замок. Все, ничего сложного нету. Видео, огромное количество видеоинструкций у нас в Инстаграме. Уже про эту ручку, замок и про все, что это. Также, вот видите, закрыли, все отлично. Крепление обычными шайбами железными с клопом. Если серебро или белый. Если белый, то белый. Крыша прозрачная, накидывается целый лист, и торец еще закрывается. Также в комплекте по умолчанию в основном бывает входит крючок, шторка, мыльница. Вот этот душевой набор продается отдельно. Баки бывают, вот видите, коробка с подогревом и без. Здесь регулируется термодатчик на температуру, ну, обычный регулятор. У баков идет вот такой вот внешний уровень воды, в основном это с подогревом, чтобы не сожгли. Крышка идет на 300. Также идет ёршик для подвода воды. Видите? То есть ничего сложного. В сборке также трапик. Он просто пилится, ребро жесткости, 1, 2, 3, 4, 5. И сверху, и на саморез по дереву. Все это идет в комплекте, если вы с трапиком покупаете. Вот, вот так. Снизу торцевой профиль с перфолентой. Сверху просто торцевой, а где вниз опять торцевой профиль с перфолентой. Ну, здесь вот не видно. Там. Вот здесь клопами прокручивается, здесь кровельным, видите, шайбочкой по периметру. Поэтому ничего сложного нету в сборке, как бы, конечно. Я его лично себе 3 дня собирал, монтажники за 2 часа собирают. Поэтому здесь по краям вы просто его загибаете, видите, тут ребята загибают, вот так его подгибают и все, и крепят. Вот они. Чтобы все красиво было. Поэтому подписывайтесь, пишите, задавайте вопросы. Все отлично. Такая мини-инструкция в продолжении темы о летнем душе.